соответствует для торжественной и благодарственной речи, ну, где-нибудь на вручении пальмовой ветви, золотого глобуса, ну, или как минимум Оскара. Но сегодня мы снимаем этот ролик по другому поводу. Мы поздравляем всех женщин со светлым праздником, весенним праздником, всех наших зрительниц. Всем передаем привет, большие пожелания здоровья, любви, радости и счастья, мира и удачи. Смотрим наши ролики, подписываемся, лайкаем. Спасибо всем, вы наше все. И это даже не Федерико Феллини, это он же Гога, собственной персоной. Это даже не Бондарчук.